вашем распоряжении есть свободные средства, которые вы хотели бы приумножить. Вы готовы вложить их в депозит, но при этом иметь возможность воспользоваться деньгами в любом месте и в любое время. Специалисты дают на эти вопросы один ответ. Выбирайте опциональный вклад. Что это за опции такие и как ими пользоваться? Ответ узнаем в банке. Это интересно. Я делаю вклад в банке, и кроме дополнительного дохода в виде процентов, получаю еще кое-что. Это и есть вклад с опциями. Такие вклады похожи на покупку автомобиля. Цена зависит от комплектации. Вкладчик фактически самостоятельно определяет размер полученного дохода. Процентная ставка по вкладу зависит от количества опций, выбранных клиентом. Расчет по опциональному вкладу простой. Базовая ставка – это максимальная годовая доходность при минимальном уровне опций. Каждая новая опция снимает часть процентов. Это могут быть ежемесячные капитализации или ее отсутствие, или возможность досрочного снятия или пополнения счета. Такую свободу выбирают те клиенты банка, которые не могут уверенно определиться со сроком или суммой вклада. Они предпочитают меньший доход за возможность снимать средства без потери процентов. Но некоторые банки предлагают и опции в плюс. Этими бонусами банк поощряет клиента, стимулирует его к пролонгации вклада и покупке дополнительного банковского продукта. Примером этого может служить накопительный счет Альфа-банка «Буслик». Вы делаете вклад на имя ребенка, а вместе с ним получаете три дополнительные опции. Это пластиковая карта, с помощью которой вы везде сможете распоряжаться своим счетом, овердрафт с льготным периодом и гарантированные скидки в сети супермаркетов для детей «Буслик». Значит, опции дают вкладчику свободу выбора условий по вкладу. А существует какой-то оптимальный набор этих условий? С учетом наиболее популярных пожеланий клиента, мы предлагаем накопительный счет «Мой сейф». Кроме возможности быстрого накопления средств, он позволяет пополнять и снимать наличные, предусматривает ежемесячную капитализацию и предлагает ряд полезных дополнительных услуг по карте. Спасибо. Вклад из опций – это как конструктор. Нужна определенная опция? Просто возьми и пропиши ее. Хочешь возможность досрочного снятия? Пожалуйста. В общем, спрашивайте в банках столицы и регионов. А я свой выбор уже сделал.